Тоутинкер, тоутинкер, как это правильно читается? Это у нас симулятор строительства, позволяющий стать мастером игрушек. То есть задача будет входить в ремонт сломанных игрушек, сбор редких коллекционных экземпляров. То есть можно собрать свой музей, чтобы радовать детишек. Ну, конечно, не взрослых, кому нравятся игрушки, но сами понимаете, да? Предстоит разбирать на детали, собирать объекты обратно, проходя все это починки, покраска, обработка, помывка, то есть отвертка работа, от грязи до потертости, обработка структуры материала, там, наносить новые покрытия, шлифовать, зашивать, наполнять, разукрашивать, реставрировать полностью придется. Чем больше игрушек мы отремонтируем, тем больше прибыли можно получить по итогу. А на бабки, которые мы заработали от игрушек, можно будет покупать инструменты и материалы, ну и также повышать свой офис, делать его более уютным и презентабельным. В принципе, игра вообще просто обалденна в этом плане. То есть, а что, спросите, офис, что с ним делать? Ну, то есть, покупать мебель, технику, ковры, картины, там, растения, игры, там, тому подобное. Создать себе, короче, полный комфорт. А инструменты и вот оборудование вот в данной игре нужны для того, чтобы браться за более сложные работы. То есть, чем больше заработаем, можно вообще купить крутые станки и зарабатывать на этом обалденные бабки. Также большое преимущество здесь имеет найти ценные игрушки в барахолках, то есть нужно постоянно апать уровень, выполнять их, за это, конечно же, мы получаем ачивочки. Можно также арендовать, покупать здания, чтобы превращать их в музей, то есть можно вообще много игрушек, в принципе, сделать, расстроиться и купить следующий объект. Короче, повышать свой скилл и звание настоящего мастера. Так что, в принципе, давайте перейдем немного к геймплею. Если честно, я вообще просто жестко залив в данную игру и просто отреставрировал столько игрушек. Во-первых, ачивки, во-вторых, это очень интересно, если честно. Это даже расслабляет, что ты все можешь, ты все умеешь. Ну и очень познавательно, на самом деле. Тут показывать как, то есть обработаем мы сейчас. У меня уже более станков есть немного, я вот начал, да. То есть можем сейчас, хоп, шлифанем губочкой железненькой. Вот уже как красиво получилось. Ну и, соответственно, все детали так. Колеса и тому подобное. Покраска деталей, да. Это тоже очень. Ну, конечно, да, здесь все готовое. То есть можно, конечно, вертеть, все открыто. Ну и после всех обработок, конечно же, сборка уже готовых деталей. Все. Самолетик наш готов. Мы его фотографируем и выкладываем уже свой, так скажем, музей. Ну, у нас уже будет стоить нормальных таких бабосиков. Красотища, красотища, спору нет. Ну и так, конечно, постоянно все однотипно. Но опять же, все качается, новые инструменты, новые оборудования, новые бабки. Вообще все. Тренировка, прокачка идет, это же очень интересно на самом деле. Не так все просто, но и очень познавательно, я бы так сказал. Ну вот уже, появился принтер у нас. Красотища, красотища, спору нет. Ну и, соответственно, вот оно все. Последняя моя сборочка, на которой я, в принципе, закончил, это наша ракета. Вообще, очень их много и постоянно появляется. То есть скилл качается, уровень качается, игрушки все сложнее и сложнее, детали все больше и больше, оборудование все больше и больше. Ну и, соответственно, появляется очень хороший интерес. Поэтому я эту игру точно советую всем, особенно любителям что-то смастерить. Это прям то, что нужно для души. То есть видите, какие игрушки. Вот они. Самолетики, вертолетики, машинки. То есть вообще круто. Наилучшая игра, которая вообще, не знаю, в плане симуляторов, на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому всем советую.
Кому понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!